Уже не в первый год полицейские всей страны организовывают весеннюю акцию. Десногорские инспекторы с удовольствием к ней присоединились. Акция состоялась на центральном кольце города. Полицейские останавливали женщин за рулем и торжественно поздравляли. От лица отделения ГИБДД по городу Десногорску хочется поздравить вас с наступающим Международным женским днем. Соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим, не забывайте о своей безопасности. Спасибо большое. Спасибо. Сотрудники госавтоинспекции также предоставили возможность поздравить всех женщин с праздником и другим мужчинам. Дорогие девушки, женщины, девчонки, бабушки, поздравляю вас с наступающим Международным женским днем. Желаю вам всего самого хорошего, весеннего настроения, радости и улыбок. В этот солнечный ясный день поздравительные слова получили не только автолюбительницы. От лица всего ОМВД по городу Десногорску и подразделения ГИБДД в частности, хочется поздравить женскую половину человечества с Международным женским днем, пожелать всего наилучшего, счастья, здоровья. По мнению стражи порядка, такие знаки внимания не только дарят хорошее настроение десногорцам, но и укрепляют взаимоотношения граждан и полиции. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.